20 февраля Украина отметила День Героев Небесной Сотни. В соответствии с указом президента, этот памятный день отмечается в нашей стране в честь подвига участников революции достоинства, которая свершилась 3 года назад. Отметили эту дату и в нашем городе. В учебных и культурно-просветительных заведениях Измаила прошел целый цикл мероприятий, выставки, беседы, лекции, уроки патриотизма, показ документальных фильмов, посвященных историческим событиям в Украине, которые происходили в ноябре 2013-го, феврале 2014-го годов. 20 февраля утром у памятника Великому Кобзарю в нашем городе прошла торжественная церемония возложения цветов в честь героев тех памятных событий. Несмотря на ненастье, она была достаточно многолюдной. Почтить память погибших и выразить гордость подвигом живых участников акций гражданского неповиновения пришли десятки измаильчан, представители местной власти, трудовых коллективов, учебных заведений и гражданского общества. Собравшиеся почтили минуты молчания память о погибших и возложили цветы к памятнику Шевченко, главному символу вековечного стремления украинского народа к свободе и независимости. В этот день в нашем городе было ограничено проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер».